Правило турнира простейшее. 6 упражнений, на каждое отводится по 10 секунд. Чистое время самого выступления – минута. Каждый правильно выполненный элемент – балл. Кто больше набрал очков, тот и победил. Положение соревнований опубликовано в группах клуба «Пересвет» в соцсетях. Турнир задумывался с таким умыслом, чтобы в нем смогли принять участие все желающие, вне зависимости от возраста, веса и того, где он сейчас находится. Турнир проходил по нормативам ОФП и по спецнормативам нашего вида спорта. Принимало участие более 30 человек. Результатами я доволен. Ребята, те, которые присылают видеоролики, свои отчеты о тренировках, я вижу, что они соскучились по тренировкам. Доминировали, конечно же, воспитанники клуба «Пересвет». Оно и понятно. Многие ребята не прекращают тренировки и занимаются дома по удаленной системе. К тому же, в основном, все они живут в сельской местности. И площадкой для турнира и тренировок становились огороды, палисадники, предбанники и сараи. К тому же, как для тренировок, так и для этого турнира, ребята могли сами выбирать себе музыкальный фон. А вот лидер клуба Владимир Алексеев все упражнения выполнил в полной тишине и победил. Мастер спорта по ММА набрал 59 очков. Его ближайший конкурент, занявший второе место, многократный победитель областных и межрегиональных первенств по разным видам единоборств Александр Гуськов, смог за минуту выполнить 54 упражнения. Третье место разделили действующий чемпион Ульяновской области по ММА Трофим Мемишев и бронзовый призер первенства Поволжья по панкратиону Алексей Шибанов. Еще два приза уже вне соревновательной сетки выиграли Маруф Иргашев за активное участие и Андрей Седов за сохранение традиций. Последний даже дома перед тренировкой читает молитву. Отче наш же и сел, и сед, стыц, имя твое, придет царство, это будет воля твоя, як на сей на земле. Хлеб нам насущный наш, нам нечи, оставь на долги наш, як и же в масле нам должником наш, где сослушаем избавь в руках гами. Сейчас запустили такую акцию по соцсетям. Ребят подбадриваем, не даем застаиваться, стимулируем, помним о них, постоянно интересуемся их тренировками дома. Думаю, это очень замечательное начинание. Руководство клуба намерено не останавливаться на достигнутом. Уже в ближайшее время стартует очередной турнир. Его правила пока не разглашаются. Ясно то, что в онлайн-соревнованиях смогут принять участие абсолютно все, без исключения. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Улправда ТВ.